Сегодня у нас проходит очередной турнир «Гладиаторы в клетке» под номером 9. Первый раз мы проводим вечернюю программу не с профессионалами, а с любителями. Решили немножко промотивировать, простимулировать любителей. В 6 весовых категориях мы будем разыгрывать денежный приз. Всего на турнире у нас выступает 170 участников в этот раз. Сегодня состоялся турнир у Артура Малявина. Я занял первое место в категории до 77 килограмм, провел два отличных боя, были достойные соперники. Занимаюсь я в клубе «Центурион» с тренером Владимиром Катыхиным уже чуть больше года. Основной упор на тренировках мы делаем на борьбу, так как я занимался до смешанных боев греко-римской борьбой 4 года. Хочу добиться больших достижений в этом виде спорта. Федерация ММА Украины открыта ко всем, приглашает всех на свои турниры. Вот. И здесь тоже интересно посмотреть на ребят, на молодежь. То есть кого-то наверняка мы пригласим, если они захотят поучаствовать в сборах перед кубком до 16-17 лет, который будет в Беларуси и среди молодежи. Федерация смешанных единоборств ММА подали заявку на следующий год, чтобы чемпионат мира принять в Харькове. И вот ждем ответ. Вот где-то через неделю, через две мировая федерация, мирная федерация должна дать ответ. В прошлом году чемпионат мира был в Макао, в этом году в Астане. Вот, дай бог, в следующем году пройдет в Харькове. Всех ждем, всех приглашаем. Мы рады сотрудничеству ему. Хотим, чтобы кто-то забрал у нас кубок. Бросаем всем вызов. Ждем всех на наших новых турнирах.